90 градусов. А, туда типа? Да, Маша же сказала, типа, за плотиной. И он туда поворачивает, два парня. Да, направо, да. Thank you.
желтый, его не видно. Ага. Прямо, потом он будет чуть-чуть левее. И будем постоянно ходить налево. Ага. Ветер в спину.
спину. Ну, такие, пока да. Такие флюгер в эту сторону.
Да, тяжеловато. Забиты вот эти над коленями мышцы. Я покушаю, потому что я чувствую голод, а это я не должен чувствовать. Кого? Голод. Голод не нужен. Так будет весь подъем? Хрен его знает. А ты не заезжал? Нет, я здесь не был. Я почему и хотел. Вдвойне интересней. Thank you.
Bonjour.
Бонжур. Thank you.
Очки вроде на мне, а их нет. Ха. Линза выпала. А душка осталась. А, ну это уже не так погано. Прозрачные линзы есть? Не, есть темная, как раз была прозрачная. Ну, это желтая типа выпала. Желтая, да. А. Ну хреново, что этот носовой упор выпал. Такие полочки будут. А там по дороге на поворотах есть такие угловые мусорки, куда можно забрасывать. Без остановки. Круче, чем к нам на гостишку. Да. Потому что тут на 9 километрах мы набрали уже где-то 750 метров. Нормально. Хороший подъемчик. Такие живописный. Не в меру. И расслабиться не дає. Кого? Кажу, живописный не в меру. И расслабиться не дає, що гав некогда половить. Ага.
Thank you.
написано было 4 на этом, на указателе. Они считают только правый поворот. Ну, написано было типа не 4 типа на повороте, а 4 км. Ну, такая деревянная табличка на столбе. Типа туда все. Tour de France, 4 км. Забываю так нехило. Малина.